Ну что, приготовим немного том-яма? Ха-ха, погнали, идеально. В кастрюлю нальем немного масла. И вот такой вот имбирь, мелко накрошенный, и лимонграсс. Масло сильно разогревать не надо, добавляем. О, погнали. Все это мешаем. И добавим чесночный пасту. Как немного обжарили, добавляем том-ям пасту. Вот такая смесь. Так, таких 4 пакета. Обжарили всю смесь, слегка добавляем воды. Ну, здесь вот смесь у меня лежала. Прибавили огонь и ждем, когда она закипит. Как закипит, мы добавим вот кокосовое молоко. Вот такое вот я использую. О, посмотрите, какое молоко. Сейчас мы его протолкнем, и оттуда выйдет влага. Во, во, сок, во, водичка. Идеально. Давай, вылазь. О, идеально. В общем, 2 банки добавил, 6 литров. И вот все это надо будет тщательно размешать. Желательно венчиком пробить. Видите, это молоко кокосовое. Добавляем соль. Ну и, конечно же, сахар. Довели до вкуса. Вот, смотрите. Сейчас растворится молоко. Вот наш бульон на том-ям готов. Далее, значит, грибочки, филе семушки и креветки. Все это мы заливаем нашим готовым бульончиком. О, идеально. Подключаем плиту и доводим до кипения. Отвариваем минуты 5. И все, наш том-ямчик будет готов. Выкладываем все в тарелочку. О, просто идеально. Наливаем бульончик и оформляем кинзы. Идеально.